Друзья, всем привет! Сегодня впервые на своем канале делаю годовой расклад, даже чуть больше, чем годовой, на важные события в Армении. Вы спросите, почему именно на Армению? Чисто интуитивно. Интуиция. Словами не передать. Что-то там у них назревает. Что-то произойдет. Поэтому решил посмотреть впервые. Вопрос стандартный. Все как всегда, как обычно. Расклад на 9 карт, плюс те, которые на дне колоды. Так что, поехали. Какие важные события произойдут на территории Армении в период с 4 сентября 2023 по 31 декабря 2024 включительно? Покажите 9 картами. Инструмент Таро, Небо и Земля. Девятка жезлов, Колесница, Страшный суд, Верховная жрица, Шестерка жезлов, Король мечей, Десятка кубков, Рыцарь жезлов, Королева пентаклей. На дне колоды Отшельник, Принцесса мечей, Семерка жезлов, Двойка пентаклей. Итоговый аркан Отшельник, он же на дне колоды. Отшельник. Внутренние проблемы и поиск выхода из них. Путь одиночки. Наступил момент, когда необходимо собрать и накопить ресурсы для реализации какой-то цели или задачи. Осторожность, терпение, мудрость, опора на знания и опыт. Отшельник, принцесса мечей, семерка жезлов, двойка пентаклей. В стране внутренние проблемы, плюс агрессивное отстаивание своей позиции, своих взглядов, своей собственной точки зрения, плюс шаткое, неустойчивое, нестабильное положение. По семерке жезлов либо нападает, либо сам подвергается нападению. Тревожные, негативные новости, известия, сообщения об этом. По двойке пентаклей – суета и лихорадочная деятельность по нормализации ситуации в стране. Двойка пентаклей – карта непростая. На первый взгляд незначительное какое-либо событие, но с далеко идущими серьезными последствиями. Карты на дне колоды показывают, что вас в покое не оставят. И в 2024 году тоже. Будут атаковать, нападать. Ваша позиция шаткая, неустойчивая при этом. Карты на дне колоды могут указывать и на любые попытки вызвать у других людей, населения, неприязнь кому-либо на основании его национальности, пола, вероисповедания и даже социального статуса. Скорее всего, речь идет о межнациональной розни. Действия, направленные на разжигание ненависти к лицам определенной национальности. На дне колоды карты явно неспокойные, тревожные, негативные. Могут играть на чьих-либо настроениях. Играйте теми событиями, которые происходят в вашей жизни. Внешние обстоятельства и внутренние проблемы вносят коррективы в ваши дела и планы. Непостоянство жизни и обстоятельств. То взлет, то падение. Любой процесс непостоянен. В нем есть перепады, бурное развитие и периоды спокойствия и застоя. По картам, которые на дне колоды, мне больше добавить нечего. Перехожу к основному раскладу. В центре него шестерка жезлов. Друзья, эта карта пришла на Путина на 2022 год, и Россия начала СВО, специальную военную операцию. Шестерка жезлов карта тоже непростая. Многие ее в корне неверно трактуют.
Друзья, слушайте меня внимательно. В указанный мною в вопросе временной период правительство Армении, скорее всего, будет принимать крайне важные для всей страны решения. Население, общество будут активно их обсуждать. Люди будут активно обсуждать целесообразность тех или иных действий, поступков, решений. Одни их воспримут с ликованием, а другие с настороженностью, с тревожностью. Тревожные новости, обстановка, атмосфера. Действия, которые приведут к испытанию на прочность. Новость, сообщение о военном походе, под ликование толпы. Ваши поступки, действия приведут к внутреннему конфликту со временем. Будут серьезные последствия. Не забывайте о том, что сегодня толпа ликует, приветствует вас, а завтра эта самая толпа потребует вашу голову. Колесница, шестерка жезлов, рыцарь жезлов. Военный поход плюс тревожные новости, сообщения, бурное обсуждение целесообразности выбранных действий, принятых решений, плюс рискованные, авантюрные какие-либо предприятия, бурные перемены, изменения. Все эти три карты говорят об активности, напор, активные действия, плюс военный поход, плюс авантюризм. Страшный суд, король мечей, королева пентаклей. Глобальные перемены, изменения. Все обострилось и достигло своего пика. Встряска привычного образа жизни. События, от которых люди пробуждаются, словно от спячки, сна. Пелена спадает с глаз. Ситуации, когда кто-то предстает не в лучшем свете. Осознание глобальных перемен, слом прежнего образа жизни, плюс ситуации словно на острие ножа. Это может быть даже вопрос жизни или смерти. По королю мечей могут проходить активные боевые действия, плюс достаточно на больших территориях по королеве пентаклей. Страшный суд плюс королева пентаклей, глобальные перемены на родине, в Армении, война. Конфликтные какие-либо острые ситуации. Зов, призыв к активным боевым действиям, раз между ними король мечей. По старшему аркану страшный суд проходят еще и природные катаклизмы, встряска. На каких-либо больших территориях в Армении в 2024 могут быть землетрясения. А Армении вообще на число 8 не очень везет. Друзья, 1988 год. Если сложить все числа данного года, в сумме получим число 8. В 1988 году в Армении произошло спитакское землетрясение. Следующий год, 2024, если сложить все числа будущего года, если сложить все числа будущего года, в сумме тоже получим число 8. Это из моих личных наблюдений насчет числа 8. Будьте осторожны. Десятка кубков, рыцарь жезлов, королева пентаклей. В Армении в указанный мною вопросе период времени могут произойти какие-либо бурные перемены в банковской сфере. Пришло время для перемен, внезапные изменения. Если рыцарь жезлов рядом с королевой пентаклей, это не очень добрый знак, мягко говоря. Дело в том, что рыцарь жезлов действует не подумав и постоянно попадает в неприятности из-за своего нрава. Горячая голова такая. Стремительно ворвавшееся событие. Что-то вокруг банков может завертеться, закрутиться. Суматоха какая-то. Рискованные какие-либо новшества, изменения, чуть ли не авантюрного плана характера. Страшный суд плюс шестерка жезлов плюс десятка кубков. Глобальные перемены плюс новости чрезвычайной важности плюс какая-либо местность, город. Местность, где вы проживаете. Встряска привычного образа жизни. Природные какие-либо катаклизмы плюс
испытание на прочность плюс отечество, страна. Зов, призыв к обществу, населению, действовать, готовиться к военному походу, к войне, просьба откликнуться, помочь. Сочетание этих карт может указывать на разные события. Может и то, и другое проиграться. Могут проиграться все варианты, озвученные мною. Девятка жезлов, колесница, страшный суд, напряжение, напряженное ожидание, защищать свои границы, территорию, плюс напор, активность, военный поход, плюс глобальные перемены. Все обострилось и достигло своего пика в каком-либо затянувшемся процессе. Серьезные, целенаправленные шаги, а не плыть по течению. То, чего не избежать. По девятке жезлов воин, пострадавший в прошлом бою, настороженно ждет нового удара. Охранять и защищать, борьба за существование, суровые будни, ожидание нападения, предполагая недобрые намерения. Верховная жрица плюс десятка кубков. В стране и государстве скрытые проблемы, разделение какой-либо местности. Девятка жезлов, верховная жрица, десятка кубков. По причине напряженной ситуации, обстановки, общество может как бы разделиться в государстве. Нет единства. Общество как бы раскололось на два лагеря. Один лагерь выступает, требует за то-то, требует того-то. Другой требует действовать в корне иначе. Раскол, разделение общества. Вот этот самый раскол, он достигнет своего пика в указанный мною в вопросе период времени. Все обострилось и достигло своего пика. На этих картах мира точно никакого нет. У Армении будут серьезные проблемы с Азербайджаном, скорее всего. Межнациональная рознь, раскол общества, военный поход, активные боевые действия на достаточно больших территориях. Вот эта связка, колесница, страшный суд, шестерка жезлов, король мечей, это точно к войне, к активному военному противостоянию. Верховная жрица, шестерка жезлов, король мечей. Внутри государства какие-то скрытые тайные проблемы. Плюс новости чрезвычайной важности, военный поход, бурное ликование и обсуждение принятых решений, плюс активные агрессивные действия, вооруженный конфликт. Друзья, верховная жрица может указывать на то, что кто-то или что-то оказывает влияние на ваше государство, на общество, население, распадни десятка кубков, темные какие-либо дела, скрытое влияние. Опять же, на дне колоды двойка пентаклей. Могут играть на настроениях общества, использовать все это в своих целях. Девятка жезлов, шестерка жезлов, королева пентаклей. В напряженном ожидании военного похода на какие-либо территории. Двойка пентаклей плюс верховная жрица. Армении могут манипулировать. Скрыто, тайно. Проблемы с финансами в Армении. Крайне неустойчивое финансовое положение. Деньги то есть, то их нет. В раскладе 4 старших аркана. Отшельник, колесница, страшный суд и верховная жрица. По семерке жезлов, повторюсь, нападение точно будет. По этой карте вы либо сами атакуете, либо подвергаетесь нападению. Периодически. Раздвойка пентаклей рядом. Семерка жезлов. И огня. И огня вполне достаточно на карте рыцарь жезлов. По отшельнику могут быть еще отставки в Армении. Отказ от профессиональной деятельности. Колесница плюс страшный суд. Какое-либо транспортное средство плюс пришли последние дни. Иметь день расплаты. Окончательный приговор. Скорее всего, будут громкие катастрофы, связанные с каким-либо транспортом. Поезда, самолеты, метро, автобусы и так далее, и тому подобное. Что-то тайное, скрытое с этими катастрофами будет связано.
темные какие-то дела, будьте осторожны. Повторюсь, скорее всего будут громкие катастрофы, связанные с каким-либо транспортом. Поезда, самолеты, метро, автобусы и так далее и тому подобное. Что-то тайное, скрытое с этими катастрофами будет связано. Темные какие-то дела, будьте крайне осторожны. Пожалуй, все. Добавить мне больше к сказанному нечего. Вы сами видите, какие карты легли на стол при раскладе. Теперь только ждать и наблюдать, как на самом деле проиграется расклад. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо.